проехать в общественном транспорте и не рассчитаться с кондуктором. Такое в Иванове станет возможно совсем скоро. И речь идет не о так называемой езде зайцем. Управление информатизации собирается внедрить безналичный расчет в транспорте. За проезд можно будет заплатить банковской картой. Ее достаточно приложить к специальному считывающему устройству, и необходимую сумму спишут со счета. Услуга прежде всего понравится любителям безналичных платежей. Необходимое оборудование для проведения операции оплаты в транспорте уже есть. Появилась, соответственно, возможность внедрить оплату проезда в общественном транспорте с использованием банковских карт, имеющих бесконтактную технологию, такую как PayPass и PayWay. Соответственно, банки, которые на рынке Российской Федерации активно продвигают данную технологию, заинтересовались возможностью появления новой услуги для своих клиентов. И вот первый банк, это московский банк МИНП, с ним были проведены переговоры, и в настоящее время разрабатывается дорожная карта о внедрении данной услуги в 2014 году в Ивановской области.